Итак, я на сайте samsung.com/ru/support/smartview. Значит, данную ссылку я оставлю в описании. Итак, давайте приступаем. Как видите, здесь сразу же внизу есть скачать с Google Play, скачать с App Store и скачать для OS Windows. Нажимаем с Windows, сохраняем. Все, файл сохранился, и теперь можно у нас его устанавливать. Мастер настройки Samsung Smart View. Принимаем условия, собственно. Нажимаем далее, далее. Соглашаемся. Здесь это не смертельно. Собственно, далее запускаем Smart View. Разрешаем доступ. Далее нажимаем подключиться к ТВ. Так, убеждаемся, что ТВ включен. Да. Подключите ТВ к компьютеру одной беспроводной сети. Да, собственно, у меня сейчас должен быть подключен сам телевизор. Так. И так, выберите ТВ для подключения. Так, ТВ не найден, ТВ не найден. Так, а давайте проверим. Может, вот, все, ТВ найден. Все. Понажимал несколько раз. Нажимаем. Выбираем ТВ. Нажимаем, точнее, на него два раза. И вот, смотрите, что. Так, а телевизор нам предложит, интересно, подсоединиться? Нет, телевизор нам ничего не сообщает. Итак, смотрите сами, пока с другими на ТВ. Знаете что, давайте возьмем какой-нибудь фильм, раз и кинем туда, вот съемки, документальные съемки НЛО. Кинем сюда. Или вот так нажмем, так. Ага, вот сюда кинем тогда. Вот, кинули вот сюда, ниже, как вы только что видели. И теперь два раза нажимаем на него, интересно. Нажимаем play. И сейчас вот смотрим. Да, вот мой телевизор, сейчас я это покажу. И вот мой телевизор, то что здесь воспроизводится с ПК, показывает замечательно на телевизоре. И собственно кошечка прибежала подтвердить, что это так. Котейка, это действительно так? Вот она наблюдает за полетом, прекратила наблюдать. Котеечка, давай наблюдай. А то смотри, улетит ракета, а ты не обратишь на это внимания. Так что вот так вот все происходит. И вот так вот все достаточно хорошо работает. Собственно, ну поставим пока на паузу и посмотрим, что есть еще здесь. В настроечках Smart View. Нажимаем. Далее, изменить ТВ. Так, изменить ТВ. Так, нет, назад. Включиться ТВ. Так, Smart View. Версия. Выход. Так, что у нас здесь есть еще интересного? Добавить содержание, добавить файл, добавить папку. Удалить. Так, ну пока я не вижу ничего такого, кроме как можно было бы воспроизводить. Смотрите сами, показываю с помощью ТВ. Может, можно наоборот, да, тут воспроизвести что-нибудь на телевизоре. Ох, и тормозит же телевизор. Тормозит, потому что вот такое программное обеспечение, это не подумайте, что я. Теперь я попробую запустить что-нибудь, какой-нибудь фильм на ТВ. Так, пропускаю рекламу. И включу какой-нибудь фильм. Подписка.
Брысь, брысь, брысь. Так, так. Я вроде выбрал бесплатные фильмы. Так. Охота на монстра. Так. Я все-таки вернусь, поставлю все-таки какой-нибудь бесплатный. Последний охотник на ведьм. Смотрите, сейчас посмотрю, предложит ли мне программа воспроизвести все это. Нет, не предлагает. Нет, не предлагает мне смотреть. Да, и ничего нету сейчас. Ну, изменить ТВ, добавить папку, добавить файл, лицензии на настройки по выходу. Да, к сожалению, в таком виде. Да, не предлагает мне. Очень жаль. Очень жаль. Ну что ж, друзья, вот такой вот обзор SmartViv. Возможно, я сейчас, хоть я и сомневаюсь, накопаю что-нибудь новое в этой программе, да, но пока ничего, кроме как воспроизвести что-нибудь с ПК. Я даже не вижу здесь свойства, чтобы можно было, знаете, то, что у меня происходит на телевизоре, на ПК, переводить на экран, значит, телевизора, чтобы вот такая возможность была. Громкость. Хотя здесь можно, вот смотрите, я регулирую громкость здесь у себя на в программе, а регулируется вот здесь громкость на телевизоре. Что ж, друзья, вот так вот. Вот такая вот программа. На мой взгляд, она действительно, там было написано, что это бета-программа, да, и это действительно похоже на бету. Действительно похоже на бету. Так что, друзья, вот такой вот обзор. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.